осенне. Привяу! 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 Охайо! Охайо! Тренирую свой стримерский голос. А это... А что хотела сделать? Хотела что-то проверить, но я забыла, что. Дай-ка. Ежедневные отметки. Сейчас халявку заберу. Отметиться. Ого, какое-то говно отдали. Спасибо. Так. Ну чё, где народ? Погнали. Такие все фогенш, да? Фогенш. Я хочу проверить обновочки, ничего не знаю. Там вроде как... Ой, вот я свечусь. Сильно. Там девочку с розовыми вушками раздают. Вушками. Вот. Ты фу! Загрузила я Геншин заранее, чтобы потом еще ждать загрузку. Ясно, понятно. Ну чё так долго? И ни музыки никакой, ничего вообще. Вот и что это такое за извращение? Зато можете отчетливо увидеть мой ID и приставать ко мне. Да-д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 а. Я могу еще в телегу, конечно, написать. Как написать? Проорать? Где она? Господи, столько всяких дурацких подписок у меня. Не могу свой, собственно, канал найти. Где? Нельзя было как-то отдельно его вывести? Стрим! Все, я записал. Соболезную. Что, загрузилась игра уже или нет? А где она? А все. А чё я такая мертвая? Чё нового, чё нового? Получить. Получить. Прошлое, кстати, такой же ивент я полностью не дозабрала. Не стала настолько лень вообще заходить. Посмотри, как звук, пожалуйста. Нормально? Игру-то хоть слышно? Я, кстати, свой голос сделала немножко потише. Это заметно, да? Ок. Это обязательно?
в это. Опять что-то надо завершить, чтобы потом, когда-нибудь, ты сможешь пройти ивент. Да-да. Давай хоть посмотрим на нее, что ли. Господи, я никогда не пройду никакой ивент больше. Все. А что она вообще делает? И что это? Здорово, крестьянка. Да, я не крестьянин. Что она делает? Игру тихо слышно. Мне в прошлый раз говорили, делай потише. Но мне только лучше. 8, сделать игру громче. Я? Но я бы себе ее выбила. Мне, как всегда, не выпадет. Или выпадет, наоборот. Сойдет. Ок. Так. Не, ну я могу сделать погромче, мне не сложно. Немножко. Чуть-чуть. Что у меня, кстати, на почте там? Получить всю халяву. Халявку я люблю. Халявку я люблю. Да я пропустить. Да врубай на всю, что вся глух. Да я сама орать буду. И чего? Да пофиг. Я все равно не кручу. Хотя можно покрутить, да? Но не оружие. Блин, да не сюда. Я все забыла. А куда? А куда? Или сначала повыбивать? О, ну-ка, ну-ка. Вроде как его все хвалили. Может купить? Изи. Зачем выбивать? Просто берешь, покупаешь. Изи пизи. Так. А, окей. Это не то. Арау. А чё так мало? Подожди. Мало дали. Мяу. Что, надо выполнить ежедневки, что-то еще там сделать. Она никогда не перестанет орать. What the fuck? Оно разговаривает?
Ня-ня. Я пытался играть, ничего не зашло. Там лоль какую-то выпил, который огнем херачит. Ясненько. Я это так на чили захожу иногда. Судя по тому, как у меня не прокачаны персонажи, это видно. Задание. Ладно, сейчас посмотрим. Да пройдем тут. Аккуратней с такими фразами. Ача! А куда ты кинула-то? Урон. Что это? Ай. Да в смысле? Этих персонажей ставят для того, чтобы показать, какие же ущербные старые персонажи или что? Покупайте новых. Или я не поняла. Я только в GTA 5 сыграю. ХЗ, вот что можно играть в Steam, не херово, такая библиотека, все равно не во что играть. Ну, тебе надо отдохнуть от игр, наверное. Вот. Поиграй в то, что ты никогда не играл и никогда бы не поиграл. Вообще, вот в не твой жанр максимально какой-нибудь. В доту мне зовёшь? Да, меня саму в доту позвали, я как пришла, так и вышла. Лучше уж туда вход. Там хотя бы весело. И нет душнил. А еще можно поиграть за короля или чё?
все. Ой, не сюда. Поймать, самый лучший компаньон. Нет. А что, только посмотреть можно? Вот посмотри, оно есть как бы. Но тебе оно не достанется. Любишь стелс-игры? Ну да, я так-то играла в стелс-игры. Я в Хитмана играл, ты бы видел как. Ой, блин. Я поиграла только первый квест. Пока что, правда. А потом забросила, потому что я не знаю почему. Завершите сначала одно говно, завершите третье говно, четвертое бесконечное говно. Тогда, возможно, вы когда-нибудь получите квест, который сейчас актуален. О, господи, как же мне это раздражает. А чё он светится-то? Чё тебе надо? А, наградки. Все. Пошли по ежедневкам, что ли? Ну, Кися, ну хватит! Орёт и орёт. Ну сколько можно? Куда бежать-то? Назад? А, нет, надо обязательно их убить. Ясно. Пролетела, ага. Это, блин. Чё ты не летишь? Интрасяй! Могу посоветовать стикс Master of Shadows. Я хочу в нее поиграть. Я в нее играла в первую часть. И вторую я не смогла поиграть, потому что у меня был старый комп. В общем, мне надо ее купить. Банально. Все. Тогда буду играть. Ну, первая на стриме вообще максимально скучно проходить, потому что она максимально однообразная, линейная. И там два раза надо одну и ту же локацию проходить. И типа... Немного заёбисто, не очень весело. А во втором, мне кажется, повеселее будет. Вот. Она вроде как сейчас дешева, ну да, но типа у меня вообще денег нет. Никаких. Блин, все-таки слишком зеленый мой аватар выглядит. То, что тут травы слишком много. Неестественного цвета. Обычный поставлю. Без эффектов. $800? Вот-вот. Тем более. Я не очень-то спешила, в общем-то. И чё? Куда? Куда вообще меня направляет эта хрень? Я что-то заблудилась, в смысле, а куда идти? Сюда?
Блин. Да, блин, что такой длинный квест? Мне аж скучно стало. Че еще обратно идти? На! Ко мне аж мать обещалась в гости прийти, говорит. Не пишешь, не зовешь меня в гости, а я бы принесла тебе покушать. Я такая, ну ладно, вот ради еды можно. Да чё, еще не все? Та-та-ра-та. Почему они не прыгают, не летают? Там управление, что ли, поменяли или что, я не понимаю. Ты еще живой? Та-та-ра-та-та. Почему я вспомнил фразу «Батишка тебя покушать принес»? Ну блин, я не совсем братишка, правда. А, вот как надо было. Вроде как за вход в игру давали скинчики, только я что-то не обнаруживаю. Или надо в этот заходить? Все? Можно еще меньше камней дать. Чтоб прям совсем грустно стало. Ау-лау! Что это было? Та-та-та-та-та-та. Ауч. Ой-ой-ой! What?
Ня! Ня! Пар-пар-пар-пар-пар-пар-пар. Кажется, я поняла, почему я перестала играть в Геншин. Я заебалась с ежедневками. Нет ежедневок, нет прямо гемчиков. Нет прямо гемчиков, иди нафиг. Да в смысле... Пусти меня! А-а-а! Ади. Ади еще. А вон. Где-то. Где ты спрятався? Сейчас, блин, сейчас хотел в Тарков зайти, понял, что я очень хороший лут насобирал и перезахотел идти в него, чтобы не потерять. Лол. Но Тарков это точно не моего формата игра. Там, короче, ходишь, умираешь, собираешь лут и все. Типа. Это еще скучнее, чем Геншин. Для меня. Тут хотя бы хоть какие-то квестики, сюжет есть. Хоть что-то. Я знаю, что в Катарке есть квест. Ну там какие квесты? Убить в голову 3 раза. Типа. Ну там. Нет сюжета. Просто дейлики считай. Ну да, да, с нулевой стамины я поплыла, конечно, ага. Та-та-та-та-та-ра-ра-та. А мне все равно кажется, как будто бы игру облегчили. Типа, времени до хрена дают. Монстры легко убиваются. Типа, как-то мне раньше было посложнее. Мне так кажется или нет? Не могла же я офлайн прокачаться как-то. ならばらな Хочешь посложнее скачивай Black Desert, нулевой снаряг, иди на босса. Я играла в Black Desert. Но мне пришлось его удалить, потому что он весил слишком много, а у нас не было времени, чтобы его фармить. У нас просто не столько времени, чтобы играть в это. Мы
Мы играем по большей степени в менее обязывающие игры. Конечно, Геншин не считается, но я в него просто не захожу. Что ты делаешь с кошкой? Так, это... Все, последняя жневка. Give me, give me. Еще на одну штучку хватило. Ого! Я богата. Все, покручу. А вдруг я такая очень везучая? Нет. Говномич, спасибо. Игра сказала, ты мне не донатишь, короче. Я тебе не буду подкручивать. Ну и ладно. Ну и подумаешь. А что там по сюжету, где мы остановились? Завершить другие задания. Какие? В Лиуэ ходит новость о восстановлении нефритового дворца. Сходите на террасу Юйцин и спросите об этом Нингуан. Окей. Сейчас возьму и спрошу. Кстати, надо эти забрать. Штучки. Ну да, фарм там, это все там четко прокатил, чтобы день побольше серебра получить, удалил. Что когда там до хера серебра? Я помню, как у меня перс неделю качался без остановки, эту неделю ком вообще не включался. Да, это проблема. Я не могу себе такого позволить. Я вон 3 часа отыграла, что-нибудь. Потом пошла работать, все. Так. Ой, админ. Та-та-та-та-та-та-та. Ура, это моя награда. А? Так. Кость, кость. Типа дорогам для слабаков. Я думала, тут какой-нибудь секретик будет.
Здоров. Нажимать на... Я не знаю, сколько это серебра. Но по цифре очень нахуя. とんでもない規模の工事になりそうだな。確かにそういった噂を耳にしたことがある。道理で建材の値段が急騰したわ。軍略格は行幸様にとって特別な意味を持つもの。もしこの件でを行幸様、俺らに手伝えることはありますか。そう慌てないでちょうだい。数日前この噂が広まったことで、 各方面からこれについて関わりたいという連絡が入ったわ。差し当たり手元にいくつか案件があるから。 А, вам не видно, наверное, ничего. Чё ж молчите-то? 現状すでに立地の選定は終わったわ。必要な建材の準備も完了してる。でもそれ以外に3つある肝心なものが準備できていないの。 その3つが、名家不浄意志、戦機革新、そして戦果受付。 А мы и не читаем, да? <笑>名家という名は、十分な大きさの不浄の意志に与えられるわ。これは、 Она опять хочет сделать летающий дворец, как раньше. Бедняжка. Чего не видно? Почему не видно? А так. Мне приходится очень сильно стараться. もちろん、どのような質問にも答えるわ。この3つ先ほどの品々を見つけ出すのは至難の業。しかし来年のリーユエコーの計画について聞くことができたら、その価ち計り知れないものになる。行幸様から情報を得たものこそが試乗。ははは。つい最近 Прям во время заседания у тебя стоячего, правда? Мало ли кто другой читает. Ну да. А чё-то нам нас опять заставляют искать, идти, работать. Можно будет задать любой вопрос. А может быть, я могу спросить о сестре? Какая меркантильная сука. Может, выгоним ее из пати? もちろん教えることは可能よ。ただし、それはあなたたちの働き次第ね。軍玉閣の再建に使われる土地はかなり広大なもの。今回黄金屋の近くにある廃工場にその場所を手配したわ。集めた素材はすべてそこに送り届けてちょうだい。 На маленькую бутылочку.
большая не влезет. С каких вообще пор стало это смешно? Господи. На банку тогда уж, да? Ой. А, лучше тот видос никому не смотреть. Зачем вообще об этом вспомнить? Треснет. Не надо. Фа. Я знаю, что ты видел этот видос, судя по твоим сообщениям. Я видела только начало, я не стала досматривать. Но мне было и так все понятно. Что значит у тебя он есть? У тебя куда-то он скачан, что ли? Зачем? Жопное мясо. Не туда. Да, 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 да. Че еще обсуждать, пока играешь в Геншин? Конечно же, банки в жопе. Очень по тематике. Мне это на Ютубе написали в комментариях. Можно запикать все маты, я такая. Да я ж заебусь. А ротом ты открывать умеешь? Рот, смотри. А, П, В, Г, Д, Ё, Ж, З, И. Кратко. К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х. Рот открывать. Ам-ам-ам-ам-ам-ам. Хотя бы так. Сколько эта игра зарабатывает? Там буквы не видно. У меня есть доказательство скриншот. Ну и ладно. Извините, у меня только... У меня английская раскладка моего рта. Я могу говорить... Hi, my name is Kitty, Kitty, Pichy, Michy, Michy. My friend is a little fat cock. Извините. Типа... Ну, только такой есть вариант. Радуйся, что я могу говорить букву О. О. А. О. Итахазда. Мушира но джохоу надо хитсуйо най.
А еще я еще ни разу не видела, чтоб кто-либо мог делать вот так. Ни одного аватара не видела. Именно лицом, а не на кнопочки на всякие. Ануна. Может, они просто не умеют так делать губами? Просто это довольно трудно. Мне пришлось тренироваться, чтобы вот так научиться. お渡せば、さも話なんだからさ。我は。おっと、下手な言い訳をするなよ。あか。お前、料理亭で卓に乗り切らないほどの料理を注文してただろ。でも、ほんの少し口にしただけで箸を置いていた。そして、新月軒や万民堂でも、 同じように看板料理を全部注文したが、どれも一口しか食べてなかった。金持ちの嬢ちゃんでもない限り、そんな贅沢なことできやしない。そんなにもらを持ってんだから。だ、パショってなヒェル。師匠にはリーユエコーで騒ぎを起こすなと、そう言われたが、まあいい。もしかしたら、 Вот они! また、お前らか。戦艦軍、どうして戦艦軍がここに。まさか。まさか。黙れ。また人を脅迫しているんだろう。ついてきてもらうぞ。あいっと、嘘。あか。 Хас. Да ей вообще похую было. Ебать, у нее жопа. Вы смотрите просто на это. Как бы похуй на сюжет. Смотрите, какая жопа. А, я хочу этого персонажа только ради жопы. Но она уже, ее уже не выбить. Почему? Потому что это Геншин. Только покупай. А эту и купить не получится даже. Только если повезет ее. Показывать пальцем людей-то некрасиво, но, видимо, не у китайцев. Ты чё, не знаешь? Это наши законы, это законы улиц. Навалила кринжа. И ракурс такой снизу, чтобы мы такие... Господи, это так все читаемо. ああ、我の腹の音だ。腹が空いているからな。あっさりと認めたぞ。そういえば、新角はいろんな店で料理を注文して一口ずつしか食べなかったってさっきの人たちが言ってたけど。 Такая себе у нее диета. На такой диете такой жопы не отрастить. Нет. Пиздец. Там, скорее всего, говядинка,
индюшатинка, да? Пеко-пеко. Сколько? Ладно, первое слово назад. Хижина Бобо звучит как звук. И как на вкус? Еще и выпендривается. Не, ну Арочка, приветик, солнышко милое! Час праздника всем первым днем весны, только не отпразднуйте до весеннего обострения. Хи-хи-хи, смайликсу, сердечко, 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 я звучала. Привет, Легаш, ты чего такой радостный? Привет всегда, Орегон, сердечко, сердечко, сердечко. Чего вы такие радостные, признавайтесь? Я тоже хочу. Весеннее обострение. Ай, мне для весеннего обострения хватает немножко тортика с клубничками. Что? Что? А, деньги проверяешь? Денежки! Пожалуйста, пожалуйста, заработай банк, пришли нам денежек. Пожалуйста! Что, есть деньги? Бля, сука! Не дразни меня, в смысле. Почему? Снег пошел. Это лепестки роз падают с небес. Я так сказала. Ой, чё ты? А чё, а зачем? А почему? Что? Ага, спасибо. いずれ山に戻ってしまえば、その美食への思いが修行の妨げになる恐れがある。ああ。軽く味わうだけにし、どのようなものか知るだけにとどめたのだ。 А мне так приступ голодания, ты шаурму, суши, гамбургеры ты добыл. Эписки сакуры? Окей. Ну да, так логичнее. На вас снег падает, везет, на меня лед упал. What the fuck? Ну, у нас, кстати, все еще снегопад иногда идет. Хоть и 0 градусов иногда. Икаю. Аж есть захотелось. Пробитель дом. Ну, раз он все еще пишет в чат, значит, пробития не было. Всем бы так какать? Не надо, это иногда очень болезненно.
Я икаю, когда я голодная, когда я переела, когда я не доела. Знаешь, на все случаи жизни. Когда я перепила, когда я не допила. Пить хочу, кстати. Просто голову разбила, в целом все огонь. В смысле? Это шутка? Надеюсь. Нет? The fuck? Тебе ее зашили прям? Я расслабляю диафрагму. Слишком напряженная. Теперь голова кружится. Наушники такие тяжелые. Есть спирт медицинский, будешь пить? Фу. А можно, пожалуйста, мне лимонадика? Конечно же, ты такая святая, невинная, просто невозможно. Ничего-то ей не надо. Цветочки-то она ест вместо нормальной еды. Господи, просто не девушка, а мечта. Надоел. Ой. Здорово, мистер зеленые волосы. Я поняла, почему я дропнула Геншин на месяц. Я не выдерживаю. Знаете, вот первые две недели было весело, а потом что-то как-то уже надоело. Не знаю, как у них получается быть такими скученными. Скученными. Я как бы был около дома, только с экзамена пришел, просто дальше там и пошел, отработал, спать лег, проснулся, пошел в YouTube смотреть, так как на Twitch завернул. Ага. Лимонада нет, есть настойка грецких орехов, меда, медицинского спира. Какая гадость! Кто это будет пить? Ты что ли это пьешь? Фу. Все из этого списка мне не нравится. ボッチャマを見かけたら必ず残って手伝わせるよ。そういうことか。わかった。わかった。ありがとうございます。 旅人とパイモン。旅人とパイモン。少し待っててくれないか。だ。僕は客人と話すから。 Давай, принимай нас поглубже. わかりました。お客人、どうぞごゆっくり。まさか今日君たちが来るとは思わなかったよ。 Почему? ладно, не буду задавать вопрос. Так, лайма нет, есть только бананы. У меня есть яблочко, но меня от него пучит. Зачем я это рассказала? Ну, надо с него кожурку снимать. А я что-то забила. Вот. Ты
Сколько? Вряд ли я смогу собрать столько моры. Закинул покушать. Да хватит про покушать, я кушать хочу. Наруми Сейка Шинкун ва кацуте Лисуй Джозан Шинкун то шиммитсна канкей ни атта ката да. Соу. Масака боку игай ни мо ано ката ни цуйте шиттейру хито каун року ни кижуцу сарета найоу ни йоруто Наруми Сейка Шинкун ва мизукара доутен о цукури кими о Наруми Сейка Шинкун га сейкю сарета ночи. А, шея устала. Опаймены на меня летят. Атака, атака сверху, атака сверху. Я-то! Господи, все, хватит. Много болтовни, давайте мне поиграть. Пожалуйста, в этих играх есть геймплей. Самое скучное в этих еще катсценах, они все делают одни и те же анимации. Зараза в раз, одни и те же анимации. Просто вот максимально продешевили, чтобы вот, вот еще скучнее было. Вам что, весело играть? Вы чё, охуели? Дайте деньги мне. Так. Ты прикалывалась над Рай. Он, что на консервная банка? А над Паймон? Да, все над ней так прикалываются, потому что в первом же самом квесте ее так назвали. Все. Как бы вся в этом шутка. И на протяжении всех сюжетных квестов я регулярно имею возможность так ее называть. Все как бы смешно, пиздец, я вообще угораю, я не могу, просто ухахатываюсь. Сейчас обкакаюсь от смеха. Я не знаю. Мне уже настолько не смешно и не интересно, я не знаю почему. Пойдемте убивать орков. Это веселее. Да, я имею возможность. Просто... Тебе кажется, что что-то должно быть интересное сейчас? Вот-вот сейчас что-то будет интересное. А там... Найдите чё-то там, говно, мочи, что? Еще 3 часа поболтаем о том, какой-то там цветочек или лепесточек какой-то на горе вонючий должен быть и означать какую-то священную какую-нибудь хуйню. И на этой вот хрени... Ой, блин! Это все китайские квесты, скорее всего. Возможно, им это очень интересно всем. Но я не оценила. Не знаю, может, я быдло или кто я. Или оно реально скучное. Хоть какой-то движ пошел. Смена локации, ого. Вау! Кого-то понесло, это лишь вот упоминание алкоголя. Я вообще уже забыла, что кто-то о нем упоминал. Нет, мне просто адски скучно. Дайте мне уже поиграть. Поиграть. Я пришла играть. О, я за нее играю. Хоть побегать далее.
тапочки прикольные. Можно мне такие же? Я думала, я вся буду в облаках. А это просто текстура, блин, 2D-шная. Это даже не облака. Петерофлите, что ли? А нет, чуть-чуть есть, чуть-чуть. Но все равно 2D-шненько. Ты напивалась и стримила когда-нибудь? Нет. Я не пью. Один раз я съела конфетку с ликером и хихикала. Это единственное, что было. Как бы все, это мой максимум. А чё она? Это все, что она делает? Типа. А чё она так медленно дерется? А ну потому что она копейщица. Копейщицы все очень медленные. Поэтому я и не хотела ее выбивать. И чё мне с этим делать? И куда, и как? Полюбуйтесь пока на прекрасные виды. Кстати, говорят, что в китайском нельзя смотреть на жопу. Там сразу персонаж прозрачным становится. Ну тут хотя бы этим не обделили. Господи. Как запрыгнуть-то? Я такая, как... Я нажимаю, типа... Вот так сделать. А это не варфрейм. Тут нельзя так сделать. А что это я вышагиваю? Так. И что мне с этим сделать-то? И чего? И как? Почему ты пешком ходишь? Я на что-то нажала? На капс, наверное. На shift. На tab. На что я нажала, что она пешком ходит? Взлетай. Да как? Вот так? Она не взлетает. Бейду есть у тебя? Нету. У меня вообще никого нету, который может помочь в этом деле. Я что-то не сделала. А, этот камушек ебучий вставить, блядь. Серьезно, вот профессионалы по геншину сидят. Просто никто не знает. Да разрушишь же эту хуйту, пожалуйста. Все, все. Надо просто вставить хорошенько. Помогите, помогите. Я не выспалась. Мне плохо. Все, теперь взлетаю. Хоба. 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 Эй! Я долетаю хотя бы. А, сундук! О боже! Там целый ничего. Нужно заставить как следует, да. Запишите в цитаты великие. Так, где камушек? Так вы меня не интересуете. До свидания. Объекта! Ладно, хотя боль-то смешная. Давай, ёбни. Давай, уничтожь всех! Или нет? Или проще Кутаву позвать?
さよなら。まだ проще。А я огненная. У меня есть мелкая с талисманом на лице. У меня тоже. Но я её не прокачиваю, потому что мне... лень! Если, конечно, кто-нибудь побегает, меня покачает как-нибудь потом. Но это ж надо еще кого-то найти. Написать в этом названии. Покачайте меня, пожалуйста. Пожалуйста. Вперед, что? Вперед, что? А, убить эту штуку надо. Я падаю! Я не даю жопу, нифига. Та-та-ра-т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 а. Подхилимся немножко. Подхилимся немножко. Че, надо три раза это все делать? Что-то она нифига не пробивает. Ауч. Ой-ой-ой, ой, нет, нельзя. Я думала, можно... Нет, нельзя. В инвентарь залезть. Я случайно забыла на быстрый слот поставить хилки. Он вообще умирает? То он не выглядит пострадавшим. Ай! Мяу! Не гасанай! Можно подхиляться об эту фигню? Не, нельзя, прикиньте. Давай! Я уже устал.
Ай, мои пальчики. Клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик. Буа. Давай. Клик-к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 лик. Ну и ладно. Я умру. Или нет? Почти уснула, разбудила. Спокойной ночи. О, достиженька. Я не старалась для этого. Сейчас от челика отписал за то, что он мне засканил 50 баллов. Ни стыда, ни совести нет. На 50? Как много. А ты это, обидчивый? А чё он должен был тебе за 50 баллов? Very interesting. А я не скамлю на баллы даже самых уёбков. Правда, потом после этого в баню, ну. А это уже другая история. Ну нет, ну блядь, ну вы серьезно? Ну вообще видели мое состояние? Как я с этим справлюсь? У меня нету даже хилок, блин, в быстрых слотах. Я понимаю, вы мне дали, типа, самого имбового персонажа, типа, и всякое такое, но он что-то нихуя не ебёт! Ауч! А куда бежать-то? Это хардкор подъехал. Спасибо. Может, не надо? Не сегодня, может. В другой раз хардкор, ну? Пожалуйста. Пожалуйста.
ты как... А, тапта! Ладно, не так уж и страшно. Офигенно, по лицу прихватило. Все? Лень, двигатель прогресса. Ага. Так, 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 клик, 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 клик. Моя рука. Господи, крыса, хватит. Показать тоже скиля, как это будет выглядеть. Как? Я беру вот так. И показываю. Та-та-ра-та-та-та-та-ра-та-та. Хаба, хаба. Смотри, они танцуют, танцуют, танцуют. Хвостик дрыгается. Все. Главное, такая еще мусочка расслабляющая. А я куда? Обратно просто убежал? Бля, я не в ту сторону побежал. А, еще утонула. На что хвост крепится? Он просто есть. Мои руки, Прада Бласис, я проклятый Стокгольм, демон Изер, in my test 20 souls кричат от боли, я порождаю смерть. Ага. Господи, я это правда должна все прочитать? Можно не надо? Привет, Джокс. Как меня погладить? Я забыла. Вот так. Меня гладит, а вас нет. Би-би-би-би-би-би. Здравствуйте, это Дота Рэп. А почему Дота? Я прохожу квестики, немножко умираю, немножко страдаю, немножко ругаюсь. Немножко пялюсь на жопу. Бред какой-то. Я тоже не поняла, потому что я не играю в доту. Че у меня голос охрип резко? Здравствуйте, мистер Камень. Да, тебя гладить лучше не надо. Не, ну тебе еще повезло, некоторые не выживают. Кстати, на меня ни разу в жизни не падала сосулька. Я какая-то это, везучая. Или я просто не хожу под крышами. Какой я на огромный, сказала я чатику. Так. Кулельку будешь играть скоро? Да в смысле, не надо. Мне лень. Ня. Вы решили использовать баллы по полной, раз их уже больше тратить никуда не надо. Ня.
無常の石が活性化されることで初めてその進化を発揮する。属性の束縛から解き放たれ、накопилось что-то か空へと浮かび上がるのだ。そうだったのか、神格は物知りなんだな。我の師匠は雑談が好きでな、暇があれば我を引き連れ様々な伝承を話してくれた。あわWhat тоже накопилось 1.9k с лишним. Ого. Долго тут сидишь. Кстати, ты так-то только недавно подписана, уже вон столько денег. Получается, вообще это постоянно приходишь. Ого, ого. Интересно, кто твой наставник? Так сейчас, кстати, вам вообще халяв. Я стримлю каждый день, копите и не накопите. Я предполагаю, что не все стримеры предлагают что-то вещественное за баллы. Ты заставляешь меня гавкать? Как ты посмел? Аф, 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 аф. Сталкеришь? В смысле сталкеру? Зачем? За кем? Я запоминаю скорее. Да и логика как бы у меня тоже присутствует. И она еще и супер сильная, и супер классная, и такая вообще замечательная. Господи. Господи, лучшая вайфу в мире. Пожалуйста, задонати на вайфу. Ножки, лайк, комбо. Ну да, да. Это если одновременно взять. Эй, не надо начинать вот это вот все, не надо, не надо, не надо. Подписчиков банила. Платных? Не, ни разу. Так как обычно платные подписчики ведут себя прилично, знаешь? Те, кто бесплатно приходят, говорят, фу, говно, стример, фу ты, фу, говно, ты чё, за какой-то аниме сидит, пошло нахуй, вот таких я обычно баню. Вот. Обычно они платно не подписываются, знаешь? В смысле, фу. Так. Пайман беспокоится. Да похуй вообще. Давай, покажи нам свой пальчик. Чё, даже анимацию не покажут? Серьезно? Даже анимации нет, а просто сделали звук, блядь, камня. И 5 камней. Господи, это, блядь, худших квестов в мире просто. Даже катсценки нету красивенько. Чё? За что тут люди донатят, господи? Только за скинчики, за всякие? Единственное, что я могу сделать с этими скинчиками, это на стриме показать, типа, смотрите, я богата, у меня есть деньги на скины. И все. Big сиськи life. I appreciate it. Фу, давай бай меня на 10 минут. Ты плохо стараешься. Честно, ты так сделала аватар, чисто только вырос, видно, на Боин-Боин. Ну да.
Я сделала свое лицо крупнее, чтобы было меньше пикселей на стриме, потому что пока что качество стрима большое мне недоступно. Я бы так сказала. И мне приходится хоть как-то вылезать из этой ситуации, чтобы хоть как-то видно было мое лицо, знаешь. Вот, нужна партнерочка, партнерочка. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мне нужно 75 онлайна, пожалуйста. Это невозможно. Я никогда 75 онлайна не сделаю. Как это очень возможно? Типа, зовите всех своих друзей, 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 друзей. Этого не хватит. В смысле плохо стараюсь? Ну вот так, надо прям разозлить меня, знаешь? Вот некоторые вот прям вот меня злят, вот прям вот суи такие. Привет, вода! Вот вода вот никогда меня не злит, он спамит только пару стикеров и уходит. Если друзья узнают, что я сижу на стриме у немой девочки, то они тебя забанят в жизни? Ну тогда такие себе у тебя друзья, я бы тебе так сказала. Ну такие себе друзья. Заведи получше. Боинг-боинг, кузнина? Yes. В обычной ситуации слово «боинг-боинг-боинг» банится. Серьезно? Почему? А что в этом такого? Титский, Сесандры, Бубесы. Как еще их назвать? Дыньки. Арбузики. Сисяндропалы. Я бы сам себя побил, будем честны. Не надо. И так и не показали, как она несет этот камень. Очень дорогая анимация, видимо. Ладик, 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 ты можешь сделать анимацию персонажа, который несет камень на одном пальце? Идет и несет камень. Агеншин не смог. Агеншин не смог. Ты можешь, Агеншин не смог. Понимаешь? Твой стрим мало занятый, мало интересный, мало осмысленный, незанимательный, незахватывающий, скучный и пресный, вообще фу. Ах, вот так, да? Ах, вот так! Слабо. Бан в жизни. Надо задеть мою личность, понимаешь? Мою личность. Кто-нибудь знает мою личность? Кто я? Кто я? Кто я? Знают только те, кто сидел у меня в ВК еще, скорее всего. Мне так лень читать, честно. Вот-вот-вот прям так лень читать. Дайте мне наградки после квеста, и все. Я уйду по спокойной душой. Вы мне не дали анимации, я вам не дам просмотров. Пожалуйста. Честно, скорее обидеть человека, чем вам заслужить. Ну да. Так, я только на обидные вещи бан даю обычно. Знаете, я не из тех, кто банит за любую хуйню. Я обычно баню только, если мне прям заебали. Но это довольно редко происходит. Та-та-та-та.
Что это за стикер? А, это Мэдисон? Что он делает? Банит? Да-да, давай дрыхнуть. Почему не в одной комнате, а? Давай, баба, слишком много болтаете, это же не имеет смысла. И ты мне... Поспать не дали, суки. Заебали я на Бали. Нет, к сожалению, я не на Бали. И не на Бали. И не наебали. Что? Да? Она еще и обычный человек, она такая же, как мы, она всего лишь носит на одном пальце камень, и она в 6 лет сражалась уже на мечах, понимаете? Вы не понимаете, она совершенно обычная, такая... Я не могу, это так клишировано, это просто невозможно, какая-то марсьюшка опять. Ну, просто меня тошнит уже от этого, я не могу это читать, не могу! Приятного. Что может быть еще более неинтересно, чем это? Вам так нравится смотреть на мои страдания, интересно. Дождитесь следующего дня. Ок. У меня в шее что-то хрустит, когда я так делаю. Восемь с восьми до двенадцати. Вот так. Пофиг. Вот тебе немножко. Начос. А соус к начосу. Начос без соуса невкусный. И это... С кофе? Как же это приторно. Главная дружба. Не знаю, я уже настолько старая, или это реально скучно?
Блин, я только сейчас поняла, что сказать, что стрим неинтересно, это одно. Но человека, кто за тильте, скорее корбить, это я не смогу, так что баню, я плохой человек. Фу. Знаешь, мне тоже этот стрим не очень интересный. Я хочу доделать этот гребаный квест, не знаю для чего. И пойти играть в другое. Давайте, достройте уже, достройте. Я хочу посмотреть на замок. Я посмотрю на замок и пойду. Не дают пропустить. Йоу! Сейчас. Договорят, я как поиграю. Как проиграю? Проиграю. Поиграю или проиграю? Коничива. Я просто не выдерживаю уже. Я не выдерживаю. Возможно, у меня сегодня не Геншин на день. Надо было более ленивый день какой-то выбрать. Или более человое настроение. Хрен его знает. Я думала, я сейчас какой-нибудь ивентик пройду. А там опять написано, что мне не хватает уровня. Что я должна еще пройти какой-то квест. Что я еще что-то должна. Вот это вообще просто невозможно. Почему ты только-только подписался, 8? Привет, 8. А почему? А почему? Вот, смотрю. Новый ивентик. Что, ты не можешь его себе пройти? Нет, ты должна пройти еще миллион других сюжетных квестов, в которых ничего не происходит. Какие еще игры есть? Да, не знаю, только Геншин есть, все. Сейчас я как сыграю. Немного подрастроенные вроде бы, но похуй. Мне лень настраивать. Хоть слышно? Что она брянцует вообще? А где? Мои блокнотик, мои блокнотик. Вот он. Это второй ак. А, да. А сколько их у тебя? Что-то я к себе записывала прикольно. Это прикольно, я записывала. Пока я найду. Пока. О. Я не знаю, смогу ли я сыграть, потому что я не тренировалась, но я попробую. Я расстроена слишком. Сейчас. Где гитарчик? Настрой мне, пожалуйста, настрой, потому что я на слух не понимаю. Не, ну как бы чуть-чуть понимаю, но не настолько, чтобы понять, что именно не так. Так, это С. С? С это вот. С все в порядке. G. Я папа повелои.
Я не помню мелодию саму, если честно. Потом... Чё написано? Чё я написала, господи? Это какая строчка? Вторая? А, та-та-ра-та-та-та-та-ра. Я вспомнила мелодию. Блин, я разучилась играть. Я столько времени, мне никто не заказывал укулеле, что я разучилась, прикиньте. Подожди-ка. Чё? Последний у меня никогда не получилось. Я потренируюсь еще. Короля шута я не научилась играть. Извините, грохочет гром не сегодня. Не сегодня. Давайте что-нибудь попроще. То, что я умею. Почему она жужжит? Плохо нажимаю. Та-да! Хоть что-то я помню. Честно говоря, я один смотрю твой стрим, и все, кто есть на этом стриме, это все просто разных аккаунтов. А ты мой единственный подписчик. А-а-а. Мой единственный подписчик. Так. Кстати, зачем тебе несколько аккаунтов? Тебя уже много где забанили? Мне чувак недавно попросил на разбан. Я потом почитала все, из-за чего я его забанила. И такая, не. Мне там он такой херни понаписал. Такой думаю, только за донат. Сорян. Я устала. Геншин должен расслаблять, а я от него устаю, капец. Ты это я с другого аккаунта. Твой единственный зритель. Я на протяжении многих лет создавала иллюзию, то, что тебя смотрит много людей, но это был я. Сейчас пишу это сообщение со всех аккаунтов.
Даригон, ты чё такой серьёзный? Пошутить людям не даёшь. Ты чё такой серьёзный, а? Ты смотри, а то тебя замучу насколько-нибудь. Зрителей тоже обижать нельзя, не только... Не только чтобы что. Ой. Ты чего с крыши упал или чё, или как? Ну да, ты чё, блин? Это мем, мем, мемасик, мемусик. Мямчик. Он, кажется, обиделся, что ты его с собой назвал. В смысле, я записала голосовушку в телеграмчике, а ее никто не послушал. А нафига я это сделала? Подписывайтесь на телеграмчик, я отправляю голосовушки. И загружаю туда некоторые записи стримов, которые нельзя стрим на Ютубе заливать, потому что авторское право, вся вот это вот. Я хочу убивать орков, но я еще, если честно, хочу есть. Владик, у нас есть что-нибудь поесть? Вообще ничего. Тётик, накормите стримера. Сухариков? Давай. Так, мне надо переименовать стрим, получается. Мра, 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 мра. Все? Все, я обновила. Да? Я обновила. Теперь надо запустить игрульку и включить ее в обыс. Я буду наслаждаться игрой наконец-то. Что-то я думала, что будет веселее как-то в Геншин играть, но что-то вообще у меня не получилось. Кисеньку мне ужасную не дали. Кися, пожалуйста, не плакай.